Итак, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я вам показываю один из способов добычи пароля от Skype. Обратите внимание, я только что получил письмо такое от некой Сэндема. Получила лично скрин, как я всегда разводила, какая-то там компашка очередная, очередной сайт, сделанный бесплатно, то есть человек предлагает бизнес, но денег он даже за сайт не хочет платить. Поэтому, сами понимаете. А теперь самая фишка. Как вытащить от вас ваш пароль? Сделайте регистрацию и укажите пароль от Skype. И укажите пароль от Skype для аутентификации ваших данных. Сразу же поступит средство на ваш счет Perfect Money. О чем это говорит? О том, что люди любят халяву. И не дружат с мозгами некоторые. Не дружат с мозгами, потому что, обратите внимание сразу, вот это здесь понятно, завуалирование эмоции, о, там типа деньги, а здесь понятно, потому что денег нет. vix.com, все ясно. О каких деньгах может быть вообще речь, если у человека нет там $10 купить домен и платный хостинг нормальный. Итак, с вами был Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не попадайтесь на мошенники, на сообщения мошенников. Если вы получили такое сообщение, ну, здесь однозначно то, что данный Skype уже взломанный. Поэтому что мы можем сделать? Что мы можем делать? Его просто удалить. Вот. Удалить из списка контактов. И даже можно блокировать. Вот. Блокировать этого пользователя. И сообщить еще о нарушении. Вот, пускай там сами разбираются, делают правильные пароли, не 1, 2, 3, 4, 5, не дату рождения. Все, всем пока!